Смотри. Или выражаться надо культурно. Плюс 3 сегодня как раз. Ладно, Виталик, расскажи, как попал в это заведение. Называется Удинская коллегия. Историю свою. Жена подарок сделала. Жена палки заставила, да? Рассказывал, он говорит, поздравляю, говорит, ты поступил. Да? Куда, что? Поехали, говорит, документы подавать. Я долго сопротивлялся, но в итоге уговорила. Ну и на сегодняшний день хоть доволен, что поступил? Да как-то ровно. Сейчас уже на бабки попадать неохота же. Жена подставила. Рассказывайте, почему именно Statoil? Ближе, вкуснее, больше здесь ничего нету, кроме. Серьезно? Но. А чья идея вообще была в этот Statoil попасть? А? А чья идея в Statoil была? Ну, это была общая мысль, когда мы хотели слишком кушать, потому что ехали с утра. Это где-то 4-6 утра, да? Общая мысль была съездить в Statoil, выпить кофе, съесть бутерброд. Бутерброд съел? Я нет. Говоришь, мысль была. Ну, я говорю, вначале, почему мы сюда приехали? Вообще бы начали. Ну и как вам Statoil вообще? Лукойл или Statoil? Лисагинский. Конечно, Statoil, а там Котовас уже все испортил. Лукойл. Так что, видишь, машину греем кофе. Ну, он где-то был, наверное. Не знаю. Сейчас он, я не знаю, чем там испортил, но только там хороший. Когда работал в этом Швентовисе? Ну да, он там был директором, тоже сейчас работал. Нет, а вот там, блядь, опять. У меня брат тоже там работал. Ну и вообще, как попал в эту коллегию-то? Я? Димка, да? Не знаю, отослал, поступил и приехал, все. А зачем, почему здесь, почему не Вильнюс Каудас? IQ-тест не просит в Утинус, коллеги, поэтому мы здесь, да. Да, типа того. Ну что, можете передать маме, папе привет. Всем привет. И спасибо, ну сказать спасибо кому хотите. Так еще вон, 4 года впереди. Не спеши, еще успеем передать. Уже хороший. Если на Алиэкспресс закажешь, сам будет хорошо, если граница пропустит, а то бывает выкидывают. Лазер я заказывал себе. Я 3 лазера заказывал, ни один не прошел на границу. У меня все прошли, я 2 лазера заказывал, потом один продавил. Ира, ты мне дал хорошую идею, может тебе попробовать собрать гироскопическую ручку? Да, было бы здорово. Реально, у меня привода есть,
Перископ тоже есть. О, прикольно было бы. Ну там не трехосевой. Думаю, хватит. Хватит? Хватит, а чего не хватит трехосевой? Кто собьет? Идешь и снимаешь? Да. И со звуком? И со звуком. Знаешь, то, что сейчас буду говорить литовский мат, я тебя пойму. Не надо матом говорить. Только если создай еще для детей, знаешь, плюс 12, где за каждый мат мяу-мяу-мяу. Сейчас модно это квадратик вставлять черный при матах. Да-да-да. Ну вот, и наши коллеги. Пожалуйста. Пропусти камеру. Да, пропускаем камеру. Да, пропускаем камеру. Пропускаем камеру. Опа. Опа, и пошли на 9 этаж. Ну, ваши комментарии после математики. Так, все ясно, все понятно. Не испугался? Так боюсь, как это... Ну как, вообще? Стою, так сразу стал бояться. Ну и? Ну что, перетрясемся же как-нибудь. Кейп тубей, математика. Ну ты кейп шип, ты коллега, ну ты пасок вот. Я буду устоять, если меня потикт. А вы патинка шипы? Йо, ман, патинка лабы, мокин. И почитать специалибе, нес из сиренков я грыны подолсава порекс. Super tada. Tada, kaip sakom, galim tik tai palinkėti gerų metų koleginiu. Dėkui. Jo. Ką? Ne, šis, kaip sakoma, mintis tokia šiai vakar gimė, na, vakare. Nu. Тоже ставлю хепа. Здесь, я не ставлю. Угу. Чего же ты тут посеренька с зимой, нет? Вольтова схема или квадрит? Ну-ну-ну. Варианты супер. Ты как шпион какой-то. Я буду. Да. Taip, na kągi, mūsų pirmas eksperimentas, viena diena iš kolegijos baigėsi, taigi mūsų sesijos irgi baigėsi, šiandien tuoj važiuosiu mes namo. Tai va. Taigi, iš mūsų tokio mažyto eksperimento, ką teko, tą pafilmavom, ko šiandien nespėjom nufilmuoti, nufilmuosimės kitą kartą, taigi labai tikiuosi, kad truputėlį po truputėlį už 4 metus sukaupsim vaizdo medžiagos,
ir pasidalinsim su visais kitais, galės prisiminti, kaip jie mokės, kaip jie studijavo, kaip atrodė pirma diena kolegijų baisi. Na, o kitiems linkiu tiesiog išmėginti ir savo jėgas, pamėginti atvykti į Utenos kolegiją, kuri štai yra už manęs, ir kviečiu tiesiog prisijungti prie mūsų visų studentų gyvenimo. Na kągi, kol kas tiek, pro foto mūsų laidelė kol kas ir baigsim, na, gal kokią nors kitą dar gale šito viso vaizdo klipo įdėsiu dar kokį nors mažytį filmuką. Tai kol kas tiek, ačiū visiems už dėmesį, kurie lankosi YouTube, žiūri mano vaizdelius Facebook'e, na ar tiesiog laikinkit, jeigu patiko mano toks mažytis vaizdo eksperimentas, viena diena iš kolegijos gyvenimo studentų. Tai tiek, iki.